Thank you.
Сегодняшний день поистине священный. Я думаю, что у многих сидящих здесь в зале истории семьи, связанных с войной, с блокадой, мы всех помним, мы всех еще больше любим, и от этого крепнет внутренние силы, крепнут внутренние силы народа. Эта память бессмертна. И день полного освобождения блокады праздник не только для эмиграции петербуржцев, но и для многих других людей, которые живут в нашей стране и которые имеют душу и сильную историческую память. И абсолютно равно великим понятием в этой мадридской истории является Сталинградская битва, день, который близится 2 февраля. Именно поэтому сегодня наш оркестр в Петербурге, он когда-то создавался 30 с лишним лет назад, к нему приехали люди со всего Советского Союза, был яркий большой конкурс, с тех пор оркестр живет и продолжает радовать своих слушателей искусством, творчеством. Приехать, наверное, сейчас не так просто, в наши дни коллективы почти не гастролируют. Этот концерт должен был состояться 21 июня, но по известным причинам это все не могло состояться. Вот сейчас мы приехали. Программа сегодняшнего вечера, она имеет свой глубокий смысл, потому что каждое сочинение в программе – это определенный символ, определенный, очень важный участок сердца русского человека. В этом зале, вы знаете, очень долго блокада, продолжались концерты. Блокадный оркестр под руководством Карла Ильича Ясберга, тогда это оркестр радиокомитета, а теперь это академический симфонический оркестр, по сей день прекрасно работает. И в программах Карла Ильича очень часто звучала увертюра Глазунова торжественная, потому что в ней он видел удивительную мощь и силу духа, который поднимает людей, который зажигает глаза, укрепляет сердца. Все тяжелые дни, когда музыкантов привозили и с передовой, и из голодных ленинградских квартир, они долго репетировали, и когда, вспоминая вот эти все сложности, мы понимаем, что, может быть, сложности нашей теперешней жизни не такие уж и серьезные. Имя Рахманинова тоже не нужно представлять, волею судьбы оказавшейся после революции за границей и живший годы войны в Америке, тем не менее он зарабатывал себе на жизнь уже не композицией, а только концертами фортепианными, и он регулярно перечислял деньги в фонд Красной Армии. И на эти средства даже были, по-моему, построили танк, насколько я знаю, из исторических справок. Концерт Глиера, который только что прозвучал, писался в 1942-1943 году, как раз в самый разгар и блокады, и сталинградской битвы. И настолько грусть и теплота, и вера второй части этого лучезарного вальса были нужны тогда людям. Он стал очень популярен и не только в годы войны, если его можно было тогда исполнить, но и после войны, когда была уже разруха, и когда надо было восстанавливать страну. И он был одним из самых исполняемых и на радио, и в концертах. И, конечно, мы в программе не могли обойти и Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, которого прежде всего мы ассоциируем его имя с двумя монументальными военными симфониями, 7-й Ленинградской и 8-й, которая тоже писалась в 43-м году. 9-я симфония задумывалась композитором как монументальное сочинение с участием хора, солистов, практически как Бетховен, как вы все это помните. Но в какой-то момент Шостакович передумал идею, и появилось это сочинение. Его нельзя сейчас назвать уже загадочным, потому что его образы, они настолько ярки, и это был взгляд именно в послевоенную страну. Какой она будет дальше? Какие люди будут жить дальше? Какие дороги будут дальше? Какая память останется? Кто персонажи этих страниц, кого можно увидеть в одиноком окне, кого можно увидеть на улице. Вот удивительная, она небольшая по размерам получилась и вызвала много вопросов, но тем не менее, вот она получилась такая, очень
без патетики, очень глубокая и с внутренними большими монологами. Я бы хотел, конечно, поблагодарить всех, кто способствовал приезду оркестра в Петербург. Но сегодня программа концерта объединяет не только петербуржцев, волгоградцев, москвичей в лице Андрея Гунина и жителей Ростова-на-Дону в лице Натальи Дмитриевской. Этот концерт так и задумывался, что он объединит многие сердца, многие настроения. И смеем надеяться, что останется в памяти. Мы хотели поблагодарить прежде всего губернатора Волгоградской области Андрея Ивановича Бочарова за то, что эта поездка могла быть. Я хотел бы тоже от себя поблагодарить руководство родного мне Петербурга, комитета по культуре, которые с радостью приняли этот проект. И таким образом вот это все осуществилось и стало возможным в эти тяжелые дни. Мы, к сожалению, не все могли приехать, потому что все-таки болезни вносят поправки, но тем не менее мы доехали и надеемся, что этот концерт останется надолго в вашей памяти. Будьте здоровы, с праздником вас, и хоть он и со слезами на глазах, но эти слезы достойны восхищения.